После вакцинации проблемы в спермограмме, что делать? Вакцинация – это, видимо, коронавирус, это имеется в виду, я так понимаю, да, после вакцинации. Поэтому с этим же вопрос связан, видимо, да, Екатерина Юрьевна. Ну, конечно, об этом много, так сказать, не только, чуть ли не легенды ходят, да, вот про влияние. Ну, нет, ну, как бы, безусловно, тут многое зависит от того, как человек переносит эту вакцинацию, если действительно речь идет о вакцинации от коронавируса, потому что если там человека сильно лихорадит, то, так сказать, уже само по себе гипертермия, она будет оказывать влияние на сперматогенез. Вот. Но здесь что? Подождать нужно, подождать, ну, желательно полный цикл возобновления сперматозоидов, 3 месяца. Вот, и после этого, соответственно, повторить это исследование. Ну, вопросы каких-то там отдаленного влияния, ну, это уже, так сказать, вопрос дискутабельный, но вот что касается таких вот предметных вещей, приземленных, то если тяжело перенесли действительно вакцину, то повторить ее через вот полный пул обновления, который вот 72 дня занимает. Вот, наверное, такая рекомендация будет здесь уместна.